Милости просим. Раздевайтесь. Прошу вас. Мы побеседуем. Оставьте нас. Садитесь, садитесь, пожалуйста. Если бы можно, я бы вас просил, если вы меня будете запирать куда-нибудь, то поскорее запереть и дать мне отдых. Простите, но ведь нам нужно необходимо соблюсти правила. Садитесь, пожалуйста. Всего несколько вопросов. Итак, Черемшанов. Что вы чувствуете? Чем страдаете? Ничем, я совершенно здоров. Но ведь вы поступаете не так, как все. Я поступаю так, как велит мне совесть. Ну вот вы отказались от исполнения воинской повинности. Как вы мотивируете это? Я христианин, и поэтому не могу убивать. Да, но ведь нужно защищать отечество от врагов. Нужно удерживать ото зла нарушителей порядка. На отечество никто не нападает. Нарушителей порядка гораздо больше среди правительств, чем среди тех, которых оно насилует. Как вы это разумеете? Так, например, главная причина зла – водка продается правительством. Так. Ложная вера, обманная распространяется правительством. И вот солдатство, исполнение которого от меня требует, и которое есть главное средство развращения, тоже требуется правительство. По вашему мнению, стало быть, не нужно правительство и государство? Я этого не знаю. Но знаю, наверное, что мне не надо участвовать в зле. Ну а что же будет с миром? Ведь нам дан разум для того, чтобы предвидеть. Тоже и на то дан разум, чтобы видеть, что общественное устройство должно держаться не насилием, а добром, и что отказ одного человека от участия в зле не представляет никакой опасности. Ну, а теперь позвольте вас немного обследовать. Боли не чувствуете? Нет. Здесь? Нет. Еще раз, нет? Нет. Здесь? Нет. Прекрасно. Так. Простите. Так. 7, 6, 14, 6. Закройте глаза. Глаза закройте. Так-с. Теперь пойдете прямо вперед. Пошли. Спокойно, смелее. Смелее, 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 смелее. Послушайте, и вам несовестно делать все это. То есть что? Ну, все эти глупости! Ведь вы знаете, что я здоров.
что меня прислали сюда за то, что я отказался участвовать в их зле. И что ради этого они притворились, что считают меня ненормальным. И вы содействуете им в этом. Ведь это гадко. Так вам... Это стыдно. Вам не угодно пройти? Оставьте, нет, не угодно. Можете мучить меня, как хотите, но делайте это. Это вы, а я помогать вам не буду. Вы успокойтесь, я понимаю, что нервы ваши подняты. Не хотите ли пройти в ваше отделение? Тут Черемшанова посетители. Кто такие? Господин Сарынцев с дочерью. Если можно, я желал бы видеть их. Простите. Вы можете здесь принять их. Оденьтесь.